Так, друзьяшечки, всем привет. Я в прямом эфире. Сейчас проведу прямой эфир. Короче говоря, сегодня вызвала такси мое любимое Яндекс. Только уже Комфорт Плюс. Ибо думаю, может, Комфорт так же откажется от меня, как в тот раз. Скажет, извините, я отменю поездку. Так мне лучше будет. Встала сегодня ни свет, ни заря, пошла в МФЦ, выставила сторис, мне везет как утопленнику. МФЦ закрыт на капитальный ремонт. Всем привет. Здрасте, здрасте, здрасте. Короче говоря, еду сейчас навстречу. Надеюсь, встречусь. Как у Яны и у Захара дела? Да нормально у них дела. Как у них могут быть дела? Захар же на яхте. А Яна в Москве. Яночка ждет его. У них все хорошо. Не переживайте. Нет, это не фильтр, это я накрасила сегодня глаза. В коем веке, поэтому солнце на улице. Нет, я в Нальчике не была. Юля Романова, привет, моя дорогая. Как у тебя дела? Привет, Юлечка. Ребят, зашла к нам в прямой эфир Юля Романова, бывшая участница телепроекта «Дом-2». Как у тебя дела, Юль? Смотрите, скучаешь и скучай, приходи обратно на дом. Здрасте, здрасте, здрасте. Почему не ответили на мой вопрос? Ответьте, пожалуйста. Перезадайте, пожалуйста, я, видимо, пропустила ваш вопрос. Извините. Юль, собирай чемодан и давай возвращайся. Мы тоже скучаем. Взяла, ушла на нервной почве, а теперь скучаешь. Захар и Яна вместе. Да, Захар и Яна вместе, конечно. Естественно. Садок к Любаше приходит. Смотрите, сегодня приход на Доме 2, и вы все узнаете. Да, ради этого голоса зашла, можно. Да. Только у меня понедельник, день тяжелый, начался не с позитива. Ну да ладно. А что, Глеба клубнику вернули на проект? Ну. Ребят, я что такое говорила? Я выставляла сторис и говорила. Как вы думаете, что Глеб Клубничка делает на телепроекте «Дом-2»? Есть надежда, что Марина с Ромой помирятся. А что, Марина с Ромой поругались? Нет, Милена не помирилась с Безосом. У Марины выходные. Такое впечатление, что девочек собирают из столь отдаленных мест. Нет, это ошибочное мнение. Дикие маты поведения. А кто? Я не понимаю, о чем речь идет?
Ребятки, зайдите, пожалуйста, в профиль и гляньте, кем я работаю. Ну, реально, каждый раз одно и то же. Я... Сил нет. Опять не ответили. К Потемкину пришла его спутница. Нет, еще не пришла. Сегодня, наверное. Кто родился у Кузиных? Поговаривают, девочка 3800, а далее не знаю кто. Я еду навстречу. А Макеев что, правда пишут, что ушел с проекта? Кто пишет? Никуда он не ушел. Спасибо. Почему Рома-то должен был уйти? Спасибо большое. Серафима еще не выгнали? Нет, Серафима не выгнали. У Марины бессрочные выходные, что может и не вернуться. У Марины может быть даже возникнуть мини-отпуск, имеет право. А я не знаю, ребятки. Нет, яхта же еще не закончилась. Спасибо большое. У Татьяны Владимировны тоже выходные, так же, как и у Марины. Что Татьяне Владимировне делать на проекте, если у Марины выходные? Вы видели губы у Алены? Если честно, не очень. Я вчера видела Алену вживую, если честно, даже очень. Я, честно говоря, даже не заметила, что у нее какие-то там изменения в губах. Очень даже ничего. Здравствуйте, здравствуйте. Ребят, к нам в прямой эфир зашла Татьяна Светлова, наш креативный продюсер, руководитель шоу «Бородина против Бузовой». Татьяна, приветики. Здравствуйте. Я еду на встречу. Здрасте, здрасте, как дела? Нормально. Понедельник, день тяжелый, начался пока не особо у меня. Я пока не знаю, придет ли или не придет девушка, с которой виделся... или которого видели в ресторане, с кем видели в ресторане, я не знаю, Потемкина, с кем его там видели. Я не владею, честно говоря, этой информацией, поэтому даже выдумывать не буду. Я поняла, вы специально игнорите мой вопрос. Эта группа все преувеличивает, и губы в частности. Я про губы вообще чуть в обморок не упала. Не знаю, я такого не заметила. Спасибо большое. Маргаритка, еще раз давай. Что-то я вечно пропускаю. Свадьба будет в Шабарино? Ну, вроде бы да, в октябре. Наверное, не знаю. Томск, привет. Ребят, вот вы с чего такие выводы делаете? Я говорю, что Марина имеет право и на мини-отпуск. В чем проблема? Из чего вы взяли, что Рома ее не поддерживает? Чего, вообще там не в себе? Оставьте эту пару в покое. Да, Оля Рапунцель хочет рожать второго ребенка. Молодец, правильно и делает. Нахрена вы такие большие вопросы? Правильно. Вопрос должен состоять из 5 слов, не больше. Это приятно.
Давайте поговорим на какие-то другие темы, оставим людей в покое. Почему Федю не наказали за рукоприкладство? А, да, Маргаритку это интересует? Откуда вы знаете, наказали Федю или нет? Общаешься с Колей? Нет, не общаюсь. Когда закроют дом 2? Никогда. А, у кого из ребят на яхте завязались отношения? Смотрите эфиры, ребятки. Вы все узнаете. Давайте Должанского вернем. Давайте напишем Должанскому письмо коллективное. Захар вообще-то, на секундочку, ведущий на яхте, поэтому в смысле не удержался. А, спасибочки большое. Что там про Захара? Надо говорить всякую ерунду про Захара. Погода у нас нормальная, только вы знаете, сегодня такой ветер, ну, собственно, так же, как и вчера. Ну вот видите, сколько людей, столько и мнений. Кто-то говорит, давайте вернем, а кто-то говорит, фу, он такой противный. Ну, Должанский не обязан, всем нравится, понимаете. Да, за одну неделю планируют так. С чего вы решили, что Рома не с ней? Почему вы думаете, что Рома не с Мариной-то, я не понимаю? А, привет, Ижевск. Так не задавайте вопросы, выходите из эфира, из моего. Я же вас насильно не тащу к себе в эфир. И я никого не прошу, чтобы мне задавали вопросы про участников Дома 2. Просто так сложилось, вы мне их задаете, а я ввиду того, что я очень нормально ко всем отношусь, вынуждена на них отвечать. Тюмень, привет. Да, я... Спасибо, но я самая такая обычная. Участники получают деньги за участие? За участие где? Странный вопрос. А, хотела вам рассказать одну историю. А, потому что не с Мариной, она дома одна с родителями. Понятно. А вы откуда знаете? Привет из Тулы. Значит, вчера... пишет одна девушка мне в директ. Хочу попасть на Дом 2, подскажите как? Отвечаю. Пишите Надежде Ермаковой. Нет, голод не с Ебаровым. Ну вот опять же, хочу к вам, но у меня трое детей и муж. Куда мужа девать? Ну, я считаю, что глупо это писать вообще. Смысл писать, если ответ будет однозначный. Ну, не знаю, куда девать мужа. А, расскажите, как вы помогаете своей крестнице Василиске. А вы спросите у родителей у Василисы, как я ей помогаю. Коломна, привет. Значит, рассказываю историю, которая была вчера вечером. Пишет девушка в директ. Здравствуйте, хочу попасть на Дом 2. Отвечаю. Здравствуйте, пишите Надежде Ермаковой. А вы решитесь и напишите. А, вот. Конечно, ведут, ребят. Я говорю, пишите Надежде Ермаковой, скидываю ссылку, она мне отвечает. Буквально там через 3 минуты написала Надежде Ермаковой, она мне не отвечает. Я говорю, ребят, ну подождите, 3 минуты прошло.
Далее история следующая. Пишет мне эта же девушка. Да-да-да. Такое ощущение, что действительно никто не смотрит эфиры, а смотрит и выпрашивает у меня информацию. Даже пишет, дальше пишет эта девушка. Хорошо, если не отвечает Ермакова, как мне попасть на шоу «Бородина против Бузовой»? Я пишу, в качестве кого? Девушка мне пишет, в качестве смотрящего. Я говорю, вы определитесь, моя дорогая, вы что хотите и куда хотите попасть? Я, говорит, хочу попасть на «Дом-2», но сначала я хочу попасть на шоу «ББ» в качестве смотрящего. Это больше всего мне понравилось. А потом я уже решу. В общем, ребятки, вот такая вот запутанная история. Когда человек сам не знает, что он хочет, соответственно, ничего и не получится. Да, да. Это была ржака просто. Но в качестве смотрящего это меня вообще убило. Потом она начала писать мне... У девушки добрый вечерок, да. Потом девушка начала мне писать. Я говорю, ну если вы хотите попасть в качестве зрителя на шоу ББ, оставляю ссылку Сергея. А в этот момент идет съемка «Человек года». Спасибо, здрасте. Значит, она мне пишет, Сергей мне тоже не отвечает, почему мне никто не отвечает? Я говорю, да подождите, съемка идет. Далее понеслись вопросы. Камчатка, привет. Спасибо большое. Херсон, здравствуйте. А дальше понеслись истеричные вопросы в плане... Сколько нужно заплатить, чтобы прийти на шоу ББ в качестве смотрящего? В общем, я думала, я сойду с ума. Саратов, привет. Татьяна Черно не на проекте, она просто приходила к Саше в гости, и теперь она... у нее же учеба, она в институте учится. Привет с царского села, приветики. Стрелков, что за фраза «добрый вечерок»? Добрый вечерок, это значит, знаете как, Белгород, привет, это значит «добрый вечерок». Значит, вопрос, Энгельс, привет, вопрос по поводу яхты. Ребят, я не владею информацией, не буду выдумывать, там, с кем Стрелков, с кем Ебаров, с кем Захарьяш. Смотрите эфиры, и все. Тилаева, грузишь фигней, получают участники деньги. Я не считаю нужным вам рассказывать, получают ли они деньги, не получают ли они деньги. Спрашивайте у участников. Если я кого-то гружу, как мое любимое, вон Отседова. Ртищева, привет. Вот это вот какая-то там Дина 4-7. Выходите. Да, конечно, вернулись. Естественно. У них же тоже был отпуск. Они же тоже живые люди. Так же, как и у людей, которые работают, у них периодически отпуск. Я еду по делам, ребят, в центр Москвы. Вот и весь ответ. Ну, ладно, весь так весь, господи. Мне вообще-то Дина, 4-7, кто вы, что вы, мне вообще как бы до фени. Кого интересует, сколько получают участники? Могу вам сказать одно, интересуйтесь дальше. Да я спокойно.
Смотрите, ребят, вот вы мне пишете по поводу Татьяны Владимировны. Вы же все у нее сидите в прямых эфирах. Вы же все задаете ей, даже если она не выходит в эфир, вы все в комментариях задаете ей вопросы. Меня зачем переспрашиваете 985 раз? Вот я не понимаю. И потом, Татьяна Владимировна, она не участница, а гость телепроекта. Она хочет, приходит, хочет, уходит. Ушла на 3 дня выходных, опять пришла. То есть она же не участник телепроекта. ПМС, нервная вся, успокойся. В общем, меня не видели нервной. Как я говорю, если я начну нервничать, будет мало места все. Вот. Все-таки Москва красивый город, черт побери. Да я не нервничаю, просто задают глупые вопросы, заведомо зная, какой будет ответ. И наверняка не только же мне этот вопрос задают, но и всем остальным. А вот, какой вопрос, такой и ответ. Как говорится, какой привет, такой и ответ. Да, я еду в такси. Всем здравствуйте. Расскажите, как вы попали на шоу ББ. Это военная тайна. Безус с Миленой вместе? Нет, к сожалению, ребята поругались, и пока у них пауза, пока они не могут найти общий язык. Спасибо. Как относитесь к Бузовой? Потрясающе я отношусь к Ольге Бузовой. Огромная молодец, трудяга. Таким женщинам, как можно относиться к таким девушкам? Только уважение. Да, давно уехали из Ташкента. Нет, Рома не ушел от Алены. Почему вы так решили, что Рома ушел от Алены? Что там выдумываете? Сами... Люди сами придумывают сплетни и хотят в них верить. Странно, я еще эту мульку не слышала. Кто пустил пушку, что Рома ушел от Алены? Да нет, еще не придумывали, даже и не думала по поводу Нового года, господи, что там думать. Почему Стрелкову дозволяют так себя вести, оскорблять? Он что, чей-то родственник? А у нас что, один Стрелков так себя ведет? Да, Яна, которая Захар Шафеева, она подходит Захару, да. Нет, неправда, что он таджик. Я вообще не понимаю, откуда пошла такая история, что он таджик. А где вы знакомитесь с мужчинами? Нигде. У меня нет мужчин. Нигде не знакомлюсь. Где одеваетесь в Москве? Да где угодно. Вообще это как бы для меня... Ты читаем посты... Чьи посты? Почему Рома и Марина больше не примерная пара? Да с чего вы взяли, что Рома и Марина больше не примерная пара? Могу ошибиться с числом, но, по-моему, 15 октября у Андрея Шабарина свадьба, насколько я помню. Саймон и Настя очень клевые, приятно было на них смотреть. Ну, да, теперь они каждый сам по себе.
какие бренды одежды предпочитаете? Я могу даже и не брендовую одежду купить себе, лишь бы она мне подходила по фасону и была комфортная по качеству. Кто-то там опять пишет. То есть это не особо принципиально. Ливан встретился с вашей подписчицей за правильный ответ. Так подписчица пропала, мы ее с того дня никак найти не можем. Она почему-то не заходит больше в прямой. Муром, привет. Где вы купили эту помаду, которая на вас? Да в Литуаль. Это помада марки Нарс. Какие духи любите? Я как-то пыталась провести прямой эфир по поводу ароматов. Потом сделали вывод подписчики, что я рекламу делаю. У меня разнообразный вкус по поводу ароматов. Версачи, что у меня там, Нарцисс Родригес, что еще у меня, этот Задик Вальтарен, Шанель Тендер, Шанель Шанс, Дольче Габбана Лайт Блю, Мэри Ми, Ланвин и Клад Дарпеш, то есть, ну... Испугалась, не захотела. Алена вернется на проект. Так, Алена на проекте уже. Вы легко подчиняетесь на работе, то есть, да. Конечно. Наркотик Флёр не пробовала. Не знаю. Молекула нет, не нравится мне. Спасибо большое. Ароматы молекулы, это, видимо, не моя история. Я вообще их не понимаю. Но как-то не заходит мне. Извините, друзья. Так, друзья, да, прямой эфир завис, потому что завис. Ой. Извините. Вся моя публика разбежалась. Позвонил там просто один товарищ, с которым я должна встретиться. Неопределенная, судя по духам. Да, конечно, я неопределенная. И не только судя по духам. Я вообще неопределенная. Наташа, у вас всегда свежее лицо, даже когда вы уставшая. Ребятки! Секрет хотите, расскажу какой? Кто по гороскопу? Я дева. Это все фильтры. Удачные фильтры. Удачней быть не могет. А вообще, я вам так скажу, чем меньше я сплю, тем лучше я выгляжу. Это факт. Это серьезно. Спасибо большое. Наталья, вам срочно надо второй телефон для прямых эфиров. Да нет, мне одного хватает. Спасибо. Я не знаю. Вообще планировали, конечно, ехать. Думаю, что, конечно же, поедут. Элина Камерен, ведущий. Так у нас на проекте столько ведущих.
Вы знакомы с мамой Ромы? Нет, я не знакома. Мы один раз общались по телефону. А в чем вопрос? Спасибо большое, удачного вечера. Спасибо. Ребят, сколько там времени? Вы смотрите шоу «Бородина против Бузовой»? Дом 2, спаси свою любовь. Или у меня в эфире все? Закончился, еще не идет. А, ну у каждого свое время, наверное. Поняла. Молодцы. Понятно. А почему про Шабарина неинтересно? Интересный был эфир, понятно. Хотя странно, Андрей Шабарин очень интересный персонаж. Спасибо. Понятно. А я даже не знаю, что откуда у вас такая информация, что Марина поехала в аптеку. Одно и то же каждый раз разбирают. Понятно. Куда направляетесь? Я еду в центр навстречу. А вы кто в доме 2? Никто. Дина, вот эти вот 4 семерки. Ну, если вам так интересно, зайдите, пожалуйста, в профиль и гляньте. Так. Возможность, я запишу сторис с ребятами и выставлю. Нет, Милена, пока они в ссоре с Лешей, пока у них разлад в отношениях. Спасибо. Холодно сегодня в Москве? Да нет, вроде бы не особо холодно. Ветер просто очень сильный. Байконур, привет. Ссылу люблю смотреть в пятницу, когда вытягивают табличку. Игра плюс 50. Нет, не была на Сейшелах. Нет, не слышала. А что там произошло? Какие людоеды? Спасибо большое, дела у меня нормально. Напоминаю, кто хочет на телепроект Дом 2, пишите Наде Ермаковой. Сейчас еще идет шоу ББ, разбирают Розу и Шабу, да. Из всех выбесила я. Да нет, вы просто задаете такие вопросы элементарные. Их даже можно не задавать, зайти в профиль, и там есть ответ.
Нет, я не знаю, как дела у Насти, но судя по ее сторис, все нормально. Вам надо на остров порядок. Вы думаете, что там некому навести порядок? Успокоилась? Да. Спасибо. На самом деле трали-вали. Угу. Понятно. Да, я же везде даже хэштег ставлю. Я люблю свою работу. Конечно, нравится. Я не знаю, сколько нам еще ехать, но минут 30 еще ехать. Красноярск, привет. У вас там уже, наверное, холодно в Красноярске. Не хотите на проект к Козлову? Что вы? Зачем мне это надо? Тем более Козлов. У него уж девушка есть. Молодец. Надо было достоять. Вот и зря, что пошла бургеры трескать в Макдак. Грузия, привет. Пингвинова. Да нет, не стухла она. У нее там проблемы тоже были в отношениях. Поэтому, видимо, ее не видно было. Здорово, но у нас тоже обещают бабье лето возвращение. Возможно, может быть, и будет на следующей неделе, не знаю. Но погода отвратная. Ну, нам же вечно все не так. Солнце нам не так, жарко, дождь плохо, было бы лучше солнце, снег еще хуже. В общем, как обычно, ничего не меняется. Здорово. Это здорово. Чайчиц про вас хорошее говорил в прямом эфире. Спасибо огромное, Лешеньке Чайчицу. Мне очень приятно. Я одна еду. Если друзья говорят, что это место ваше, значит, вам нужно идти на дом 2. А друзья плохого не посоветуют. Покажите погоду за окном. Пожалуйста. Такая вот погода. Переменная облачность. То солнышко, то тучи. Круто. Наверное, приятно знать, что на вас смотрят из... Да это вообще обалдеть можно. Это просто... Я никогда не думала, что будут так много смотреть. Дома пока сестра собирается. Да, она же еще болеет. Синоптик Маси, да. Теперь синоптик Наташа. Да не за что. Видите, у нас какие тучки. Какая зарплата у Алены? Началось. В колхозе утро. Спросите у Алены, она вам ответит. Охрана не нужна вам? Что вы, друзья мои? Нет.
Спасибо мне не надо. Зачем меня охранять? Я что, знаменитость? Спасибо большое. Да, у меня есть сын, конечно. Что-то я камеру тут и сюда никак. Спасибо, да, сестре бы пожелать здоровья, потому что она очень сильно простыла. У меня есть сын, да, ему 20 лет, у меня внучка есть. Все нормально. Не переживайте. В общем, в Москве две проблемы вечные. Это погода и дороги. И пробки. Дороги. Три проблемы. Дороги, погода, пробки. Точно. Тюмень, огромный привет вам тоже я передаю. Брянская куда пропала? Да, это моя родная сестренка, конечно. Брянская куда пропала? Брянская уже ушла с проекта. Уже как 2 недели ушла. Если кто-то видел эфир ухода, да, я бабушка, спасибо, если кто-то видел эфир ухода Ани, да, она сама ушла, ничего страшного, я не обращаю внимания на ошибки, все мы люди, все, ну, как бы нам всем свойственно ошибаться, в этом ничего такого нет зазорного. Израиль, привет, тем более, если вы не русская, так это вообще вдвойне. Простительно. Где ваш второй? Скоро будет, ждите. А Алина Галимова ушла? Да, ушла. По эфирам ушла? Значит, ушла. Сейчас смотрю ССЛ, проблема Шабарина. У них все наладилось? Вроде бы да, слава богу. Все, ребятки, я почти подъехала. Давайте я сейчас выйду из эфира и зайду попозже. Нет, Рапунцели не ушли. Куда ж они могут идти? У них отпуск был. Да-да-да, сегодня смотрите приход, и вы все узнаете. Как ушла, куда ушла и как пришла. Пока.